Приветствую вас, друзья! У нас тут компания Атук, Вилья, ну я, олдгеймер, в теле этого грозного орка зеленокожего. Ну, в общем, нам тут Фаркас дал задание пойти начистить морду какой-то девушке. Вот, блин, соратники-то, охренеть! Ребята благородные! Да, они тоже хитрые. Фаркасу поручили, думали, он дурак, пойдет сейчас и девки рыло начистит. А он не дурак, он тоже это, новичку передал фишку. Мол, иди, новичок. Ну ладно, ладно. А может там баба такая здоровенная, сейчас как ухерачит это. Фаркас сам боится идти. Тебя глоблей как шарахнет промеж глаз. My mom always says I should study more, but my father says. А мама тебе говорила, чтобы ты больше училась, а папа правильно тебе говорил, что от чтения портится зрение. Он заботился о твоих глазках. Хрен тебе учиться. Ты все равно здесь бегаешь с мечом. А зрение даже очень пригодится. Чтобы врага издалека увидеть. И попасть ему в глаз стрелой. От стрел тоже зрение портится. Leather armor. In my opinion, flatters everybody. А в кожаной броне кто-то выглядит стройнее? Ну, может быть, да, может быть. Пойдем. Где это? Бабище. Я уже забыл даже, как ее зовут. Как ее зовут? This is such a beautiful city. Красивый город, тебе нравится, да? Мне тоже Вайтран нравится. Тут так просторно. А что это бабища? Ну, работала в поле. Что она там сидит в избе-то? Сейчас, небось, еще изба закрыта. Хрен ее вытащишь оттуда. За ноги. Твою мать. Где она там сидит? Во. Давай сохранимся, а то какую-нибудь проблему сейчас себе на жопу найдем. Ферма сынов битвы. Чем могу помочь? Привет. Эта война такая же глупая. Твои угрозы меня не напугают. Пошли. Come on, let's see what you're made of. Fascinating. Drive that snow back to the ground. Come on. Да сделайте же что-нибудь. Сексуальные развлечения в Скайриме. На! А ты ничего так! Помогите! Сейчас тут помогать. Да, ничего так. Дочь битвы. Достойная дочь битвы. На. Помогите кто-нибудь. Ну вот. А ты крепче, чем кажешься. Твоя взяла, ничего не скажешь. А, все сделаешь, все понятно. Fascinating. Ну да, Фаркас ждет отчета. Доложим ему, что мы героически набили морду какой-то девушки прямо в ее же доме. Кровищей-то все залили. А ей похеру, вот пошла и пивка пьет. Молодец. Ну, она ж дочь битвы. Thank you.
Так, ну что, Атук, ты уже стал героем, соратником. Ну, какой еще девочке тут харю начистить? А что, Эйла хорошо красит харю? Вообще да, у нее так разрисована морда, ничего так себе. Правда, она там не только тени подводит, а по всей роже этой тушью возюкает и помадает. Ну ничего, она тебя тоже научит красивые узоры рисовать на щеках. А кто тут все деревья посрубал? И вообще тут откуда они взялись? А, вон оттуда заползли. А байтранцы, они типа не любят это. Они любят открытое пространство там. На оленях утром ранним мы поедем, мы помчимся. Хеймс не охрип? А, да он уже не вопит, Вилья. Он сидит теперь в этом... в храме мертвых там и спокойно с этим... с Андрусом там они в шашки играют, я не знаю, там домино, в карты, в очко, может, играют это. Ну, в общем, ему понравилось больше не орать там в своей проповеди, а сидеть тихохонько там и бубнить. Обсуждать вопросы политики. Чё там орать-то? Вообще, я такую погоду люблю. Вилли, тебе нравится такая погода? Ёлки, дождь, туман. Чувствуешь, как пахнет хвоёй? Ммм, какой запах! Эх. В городе тут только навозом пахнет. Паркас! Атук идет. А сколько время? О, уже вечер. И хер с ним. Так вот, туда-сюда сходишь, одну-другую рожу набьешь. И вот ты уже. А нам не надо это помолиться. Ой, у нас еще молитв хватает. Ну ладно. А что-нибудь одеть? Какой-нибудь амулетик? Нет, ничего не надо. Ну и слава богу. Хорошо, когда все в порядке. Вот. А, что мы сюда поперлись? Ну ладно. Вдруг Фаркас на улице. Oh. А нет, он там в погребе сидит. Ха-ха. Не хочет под дождем ходить. Фаркас, хватит сидеть. Пойдем. Проветришься хоть. Ну, а то сидишь, скучаешь тут. Такой скучный весь из себя. Так, слушай, а сколько у меня денег, может быть? Ой, денег мало. Ладно. Скиор говорит, что во мне сила из Грамора, а в моем брате его ум. Не верь Скиору. У тебя нормально мозгов хватает достаточно для воина. Так и знал, что ты справишься. Конечно. Чё там набить-то было морду-то? Ну, чё там? Я Скиор зачем-то искал. О, началось. Чё он хочет-то, Скиор-то это? Не знаю. Он сказал только, что прежде всего должен поговорить с тобой. Не хочу его сердить, но у меня есть для тебя задание, если хочешь. Опять кому-нибудь морду набить? Так, ну где этот Скиор? А, вот он идет. Не стоит путать безрассудство со смелостью. Скиор! А, вот и ты. Чё ты хотел меня увидеть-то? Хотел. Похоже... твое время пришло. Чё, все что ли, отжился? Хер ты меня возьмешь голыми руками, да и не голыми тоже. На прошлой неделе к нам приехал ученый. Он сказал, что знает, где найти еще один обломок в Утрат. Да, надо же, какая радость. Просто дурак. Но если он прав, честь соратников требует начать поиски. Я даже не знаю, что такое в Утрат. И при чем тут я... Это простое поручение, но тебе пора пройти испытание. Прояви себя. И станешь истинным соратником. Фаркас будет твоим братом по оружию на это время, щенок. Он ответит на все твои вопросы. Постарайся не разочаровать его и не подставить под удар. Ну ладно, Кодлок.
мальчиком называет. Ну ты-то, блин. Сколько там время? Надо с утра идти. Хрена нам, какая нам разница с утра, не с утра, 6:30. Ну, с утра-то лучше. Пораньше давай поспим. О! 12 часов спим. Вот. И поутру, раненько утром, мы будем выходить. Пойдем драться. Тут все болтают про тебя и Скьора. Так, ну и где там Фаркас? Фаркас! Стоять! Иди сюда. Готовы? Конечно, готов. Пошли. Будешь моим братом. Так мне сказали. Посмотрим, как ты справишься. Давай, посмотрим. Ага, пошли. Ага. Сейчас наша веселая компашка отправится тут всем дюндель нахерачить. Вот. Дождь-то там прикольно. О, смотри, какая погода хорошая. Хорошо, мы вчера вечером не пошли. Да пошли бы в темноте, в мокрые, в потьмах. Вообще, там дождь поливал бы нам за шиворот. Доспехи бы начали ржаветь. Вообще, оттас. Что нам за задание, да? Испытание доблести. Найти обломок в Утрат. Ну, найдем. Обломок так обломок. А, с кабака все идете. Нажрались, натрахались. И правильно. Чё там? Назим болван? Конечно, Назим болван. А может и не такой уж болван. Может он ярла любит. А где этот Фаркас? О, Фаркас. Ты ж там не пропадай. Да, то куда-то исчез и все такое. А это у нас кто? Ервар, это кто если такой? Нужна лошадь, поговори с моим папашей с Кульваром. А, понятно, вот ты кто такой. Ервар. Слушай, тебе такое имя дал. А, ну папаша ж конюх, ему нравится такой. Ервар! Ервар! Кони его так зовут. Да. Ладно, пойдем. Пойдем, вот смотри, северный олень такой красавец. А к нему другой бежит. И вот они побежали резвиться. Hello there, Farkas. How are you doing? А, смотри, с Фаркасом болтаете. Это хорошо, молодцы. Может, подружитесь. Фаркас мой друг, ты моя подруга, все нормально. Вот тут башка мамонта. А там... Точно. Нам еще грибы надо. Слушай, нам какие-то же ингредиенты надо искать. Черт, я же совсем забыл. Так, что нам там? Бивни мамонта. Ну ладно, найдем. Мухомор два штуки найдем. Грязевой краб один. Чешуя рыбоубийцы. Это надо в магазине. Корни маленькой жемчужины. Ну, маленькую жемчужину я знаю, где взять. А то ее хер найдешь. Вон там волки воют. Волчара! Ха-ха-ха-ха! Ай, текает, бедолага. Так, это на что? Стальной меч. Ну ладно, бульк. Ха-ха! Да оставьте вы этого волка в покое. Я пойду лучше крабов побью. О, вон крабы.
О! Клешня. О! Мы его даже потрошить не будем. Вот, возьмем две клешни. О, смотри, серебряное кольцо. Ну, что там? Все, волка забили. Бедолагу. О! Ну чё, может помашемся? Разомнёмся тут. You taste my sword. Там вон чуваки какие-то бегают, целая толпа. Раз уж мы здесь, да такой компашкой ловкой. Ага. Готов, один готов. Плащ. Серебряное кольцо сыромятное. You're a creep. You're as good as dead. Давайте ходим толпой. You are as good as dead. Паркас, а ты сильно лупишь. Вот. Сейчас мы продолжим их мочить. Так, разбойничек. Норская стрела, это стрелы берем, кинжал берем, золото берем, ботинки не берем, броньку берем, отмычки берем. Все, пойдем. Там их целая толпа, за мной. Идем, сейчас будет мочилово. Готов, козел. Там на Фаркаса напали, ах вы козлы! Кстати ж, надо выпить метку, съесть сыру. Ах вы суки! Стреляйте! Так, давай-ка мы сейчас. О, Фаркас, как его насадил-то. На пику. Ах ты гад. Так, еще одну прирезали. Ну чё мы тут? Всех бандитов разобрали. Да нет, небось там наверху еще целая толпа. Во, смотри. Это колдуна надо это. Хера ты тут, блин, колдуешь? Ящер. Хренов. Все, мы тут всех уконтропупили. Наверное, всех. Изготовление тяжелой борьбы брони. Да, это кто-то здесь положил. О, какой большой сундук.
Мы заглянем. Так, железный меч Апатии. Берем. Да, все берем. О, заметки о лунной кузнице. Берем. Лунный стальной меч берем. Изготовление легкой брони. Берем. А что-то у нас ни хера не повышается. Мы что, это все читали, что ли? Это тоже берем. Вот. Навыки, да? Угу. Веса у нас еще до хера. Маг. Ну что у этого мага? Гранаты, кинжал. Все берем. А этот воин. Винуалта, меховые ботинки, отмычка, стальная стрела. Берем. А этот агент 007. Хе-хе-хе-хе. Эльфийский меч. Берем. Бандит-лучник. Берем. Сколько их тут? Мы тут неплохо так разговелись. Так, железо, клепанная броня, отмычка, стальная стрела. Очень хорошо. Так, ребят, давайте зайдем вот сюда уже. Раз уж мы тут ползем всей этой толпой. Разгромим все тут к чертям собачьим. Сейчас на нас нападут. Это было тук. Какой-то Алик. Алик готов. Пора покончить с этой глупой игрой. Дайте мне место для драки. О! Готов. Конечно, я согласен, глупый молокосос. Все, тут больше никого нет? Никого. Шли нахер назад. Давай соберем с них шмотки. О, мухоморы, точно. Черт, я про них совсем забыл. Это не мухомор, это гнильный мир, бесовский гриб. Нахер нам не нужен. О, хорошо вспомнил. Мне ж мухоморы нужны. Они же растут тут по всяким таким щелям. Ну ладно, найдем. Мухомор это не проблема. Где Алик, воин? Так, аметист, давай сюда. Золото, отмычка. Все, у тебя такое какое-то не такое. Вот еще меду возьмем. Вот. За мной. Пошли, ребята. А, вот еще с этих надо же собрать тоже все. О! Разбойнички тут. Ну, быстро, их тут мало уже осталось. Эк. Колдун-новичок. Так. Надо Вилли скинуть добро. Сейчас быстренько скинем. Вилья. Можно заглянуть в дополнительные сумки? Вот, на продажу кое-что. Sure. А, ничего, чё-чё. Угу. О, у тебя пустой этот. Сейчас мы тебя наложим тут. Ну вот, мы все ей передали. Что это такое? There's something I'd like to talk to you. А, поговорить со мной.
Минутку. Ладно, давай, о чем хочешь поговорить. Всегда Атук тебя выслушает с радостью. А, еще рожки? Блин. Или, может быть, это рожки? Ты мне что, рога наставляешь на каждом шагу? А, не хотела меня запутать. О, слушай, тут кто-то рычит, сейчас как херакнут. А, три рожка соответствуют трем тем. То, что он рычит-то? Это что там? Фаркас, что ли? Уснул. И храпит там. А, нет, тут это не Фаркас, надо. Ну, пока он там... Понятно, понятно, я понял, как пользоваться. Будет проще, да, я все понял, там Фаркаса рядом валят. О, хера. А я думал, Фаркас, это ты там рычишь. Вот так вот. Вот, с этого мы шкуру снимем, она дорогая. Мы их продадим. Шкурки так пойдут. С волков брать больше ничего не будем, и со всякой мелочи нахер только время терять. А вот саблезубы, медведи, там, тролли. Хотя, ну и все. Убираем его к чертям собачьим. Так, у нас еще поднялся уровень. Уровень поднялся, это хорошо. Так, повышаем запас сил. А то у нас слабовато, не хватает на все эти... Так. Кузнечное дело. Так, одноручное оружие мы ничего больше не можем усилить пока. Не, ни хера мы ничего не можем. Здесь когда у нас усилится? О, на 50 далеко. Далеко, ну ладно, пусть развивается. Блокирование у нас тут, в принципе, тоже ничего так. А, можем повысить, да, надо повысить блокирование. А то бывает там такие херачат так сильно. О, следующий там на 40 будет. Вот, ну пойдемте, ребята. Мы тут хорошо до обеда время провели с утра. Разогнали целую бандитскую фазенду. А то так они вот тут устроились. Это кузница у них там лунная, там все такое. Все дела. Мамонты ходят. Нам мамонты ни к чему. Олень, ты че такой перепуганный куда-то побежал? Крабы, давай крабов тут навалим. Don't you think so? Ну все. Эй, застрял. Нам они не нужны. Не, вдруг нужны эти. Крешник грязевого краба. Ну, мало ли, вдруг лекарство нужно будет сделать. Пару штучек возьмем, пока мы еще не приобрели способность. Тайную способность соратников. Вот. Конечно. One thing I know for sure, а, болтаете? I never want to travel Skyrim alone again. It's so much nicer to be a team, like we are. А, не хочешь одна путешествовать по Скайриму? Конечно. I trust you, you trust me. Got it? Вы с друг другу с Фаркасом доверяете? Очень хорошо, очень хорошо. Древний Каэрн, а тут какой-то древний заяц. Заяц, иди нахер. Ну, пойдем. Заберем твои там... обломки. В Уртрад. О, гляди-ка тут. Похоп. Тут кто-то копал. И недавно. Легче шаг. Сейчас посмотрим, кто тут что копал. Ух ты. Оп. Так, замочек скрыли. Ну, пойдем. Раз уж так получилось.
Сейчас будем мочалиться. Готовься к бою. Осторожнее с могильной. Один готов. Даже крякнуть не успел. Ого! Это кто тут такой? Вали их! О! Стрелы берем. А этот колдун тут у нас чернокнижник был. А у него ни хера нету этого чернокнижника. А ты видал, как нас шарахнули? Слушай, надо съесть и выпить тут. Че тут у нас куча жратвы, выпивки, а мы тут идем трезвые, как тёкла. Готов. Он нас не заразил там какой-нибудь заразой, блин? Магия. Нет. Слава богу. Так. What say you? Should we investigate? Осмотрим, конечно. Ты тоже любишь лазить по этим руинам? Отлично. Я знал, что в тебе не ошибусь. Дорогая моя Вилья. Так. А, понятно. Древнее капище нордов. Осторожнее тут. Давай посмотрим, как открыть решетку. Давай, давай посмотрим. Вилья за мной. Чтоб ты тут это не путалась под ногами. I вот. Think there are some very dangerous creatures here. Так, стой. Оп. Ну вот, мы с тобой здесь. В плену. Хе-хе-хе. Варкас! Мы тут, за решеткой! Только посмотри, куда тебя занесло. Не волнуйся, просто сиди и жди. Я найду рычаг. Да, вот оглянись, Варкас, вот сзади там с рычагами пришли на тебя. Мы знали, что ты здесь. Давай мы, а мы поглядим. Большая ошибка, соратник. А это кто? Это не важно. Он носит эту броню, значит умрет. Да у меня другая броня, что вы все время хотите от уха завалить никто это? Никто не узнает, что с вами случилось. То мы твои останки доставим там. Кто носит броню? Да. Давай, Фарков, покажи им этим вахлакам. Вот и все дела. Хе-хе-хе, молодец, Фарков. Один удар и готово. Ну, Вилья, выходим. Тут Фаркас идет нас. Надеюсь, я тебя не напугал. Хе-хе, напугал. Че это было-то? Это благословение, неспосланное некоторым из нас. Мы становимся подобны диким зверям. Мы вселяем ужас. О, да, я видел, они все обосрались. Если бы ты их не убил, они бы так бы это... И я тоже буду вервольфом, таким же здоровенным. Звериная кровь не выходит за пределы круга. Докажи сперва, что можешь быть соратником. А, черт, следи ну ладно. За добычей, а не за луной. А может ты меня просто там укусишь? Нельзя останавливаться. Не забывайте про Драугра. Да, все, пошли. Соберем сейчас добро. О, жареная куриная грудка. Сейчас, Вилли, я и тебе дам нормальный меч. Серебряный. Хочешь серебряный меч? Помидор. Нахера нам помидор? Вот взяли исцеление болезни, да. Щит синих костей. Круто. Все, что ли? Что-то их мало тут. Ну, yes. Давай, Вилья. Осмотрим твое снаряжение. Of course. Конечно, давай глянем. Смотри, я тебе сейчас какой меч дам. У тебя тоже будет такой же классный меч, как у меня. На. А щит, может тебе щит еще дать? Может тебе дать синих костей? Сейчас посмотрим. Щит диггеров 19.
Не, диггеры лучше. Так. 22, серебряный меч 31. Забираем у тебя. Вот так, теперь ты с серебряным мечом будешь вообще всех кромсать. Налево и направо. Ну, броню мне тебе пока лучше нету у меня ничего. Лучше твоей кожаной брони ни хера нету. Ну, so, пойдем. Where are we going now? Туда идем, туда, туда, вот туда. Пойдем. Идем бить врагов. Пока они не успели очухаться. Ах ты гад. Да, как-то мы его быстро уконтропупили. Минуаль-то берем, стрелы берем, золото, серебряные мечи, броню. Тут можно хорошо подняться по деньгам, Вилья. У них эти мечи, они стоят невообразимо много. Ой. Вперед. В атаку. Вот этот лежит как-то подозрительно. Точно. Ха-ха! Подозрительный чел. Урна. О, смотри, тут куча всяких драгоценностей. Ох, ни хера себе! Да, я пока с этого соберу добро. Кто-то в нас там стреляет. Фаркас, а ты-то сейчас здоровее-то стал. Пошли дальше. Что у нас там? Мед еще не закончился, а вот печеньки. Да, вперед, вперед. Вот еще один подозрительный. Ха-ха! Есть готов. И вот этот тоже. А что-то кто-то там орал. Я сдаюсь, я сдаюсь. Хорошо, мы тут лупим их всех. Пока они не встали. А этот пустой. Отлично. Сколько их так много-то? Смотри. Вот этого надо сначала драуры. А то драуры орут. А этот пустой. Так. А он там кто-то убегает. А это его наорал. Ты, конечно, тут будешь это... От нас убегать. Такая орава идет. Вообще всех рубят капусту. Дай выпью меду. А нахер мне этот замок базюкаться с ним? Мы же не воры. Лежит просто так, значит ничего. Если закрыто, значит кто-то тут. Че, к своим что ли побежал? Ну да. Осторожнее, брат. Да-да. Осторожнее, брат.
don't try it. Я тебя убью. А, черт, промахнулся. Вот так. Все, мы тут всех, как-то мы их вообще ухерачили даже это. Оглянуться не успели. Ну давай, ладно, ухерачили так ухерачили. О, смотри, там еще кто-то. Готов. Конец тебе. Займись им пока, Фаркас. I'm not afraid of you. Что умеешь? Тоже мне удар. Раздавлю тебя как муху. Да, вот те. И вы. Готов. Это я точно с тобой согласен. Падлы такие. Серебрянорукие. О, вперед. Добро собрали, теперь можно идти. А, вот с этого я тоже собрал, да. Фаркас, осторожней здесь, не наступи на плиту, ты всегда наступаешь. А, эти двое, что ли, прибежали сюда? Вот придурки. А один где-то прячется, вот тот самый хитрый. Он знает, что с этими ребятами связываться не надо. Хочешь жить, выбирайся нахер отсюда, а то тут тебя все равно... Ты чё? Это этот, который бежал, понятно. Прикинулся тут вроде как я свой, я с вами. А мы пленных не берем. Так что у разряда все тут нахер за. Вот так вот. Хер он тебя победит, Вилья. А, я слышу там крики такие. За мной! В атаку! Ура! Ого! Как там херачат. Это драугры там разминаются. Ого! Прям как с гаубицы фигачат. Ого! Отлично. Ха, я тебя достану. Конечно, иди сюда. Стоять! Стой! Ха-ха-ха! Скелет сбежал. Кто-то тут так прорычал. Всех мы тут переколошматили. Пойдем, Вилли, там он. А, Фаркаса там мнут. Да.
Ого! Варкас, давай проходи, ты в дверях не стой. О, блин, ты шарахаешь. Ну все, мы тут всех нахер разогнали. К чертям собачьим. Даже не будем их ни хлам собирать. Тут пусть до утра. О, ключик нашли. Вот ключик, это важно. Мы ж сюда... Вот серебряная рука тут валяется. И нога, и жопа серебряная. Все серебряное. Это тоже серебряная рука. Вот, давай их сюда. У них до хрена. Самый лучший трофей. Опасно при себе носить такое дорогое оружие. Ты сразу из охотника превращаешься. О, крысы, блин. Из охотника превращаешься. Да не говори. Крыс этих набегал. Сейчас еще паук будет. Нихера себе. Никакую заразу от них не подхватил. Куда я? Магия. Нет, ничего, слава богу. Ребята, впереди большая опасность. Крыса это хер... Ну, блин. Слушай, крысы эти тоже так кусаются сильно. Так, а вот теперь-то... Надо что-то съесть такое. Вперед! О, завалили, суку. Да, это мы вдвоем с Фаркасом в прошлый раз тут так долго с ней возюкались. Есть у нее что-нибудь интересное? Гранат. Да и хер себе, пусть валяется тут. Но у меня сейчас было это красное аргарианское вино еще. Она тоже хорошо от яда. 40% защита. А то в прошлый раз она как плюнет и все. Ты че там? Ого! Да-да. Догоняй нас, Вилья. И тишина. Так, эти все на боках. Ха-ха-ха. Все дохлые. Ну ладно. О, пришли. И почему же нежить любит это место так? Я вот нихера не могу понять. Просто их тут похоронили, вот они тут и сидят. Золото медное, обруч с рубинов. На тебе yes. Подарочек. What is it? Of course. Просто красивую штучку. Будет полезно, я поменяю. Вон она. Во, смотри, ты теперь выглядишь красиво. Так, что у нас здесь? Крик изучен. Огонь, огненное дыхание.
Ну что, ребята, вперед. What was that? Ага. Strange. Один готов. Ага. Что твой? Чих твой. Вот черт. Вот она мочилова. Люблю, когда врагов много. I'm learning fast. Don't you think so? What was that? Some enemies just don't know when it's time. Gonna kill you with a sword. You leave him alone. На! Я тут как-то дрался с Фаркасом вдвоем, какая-то у меня была сборка убойная. И мы тут Фаркаса уконтрапупивали вообще там двух ударов, он только валялся в углу. А я тут часа три сражался с ними. Но это, правда, перебор был уже. Куда текаешь? Стоять, сука! Готов. Ладно, этот металлолом тут собирать не будем. Пошли отсюда нахер. Сколько времени там? Небось вечер. Ну, 6 часов вечера. Ну, нормально. Ой. Куда это мы попали? Как-то Фаркас, я прям в твою жопу мордой уткнулся. При телепортации. О! Все эти чашки, миски в разные стороны. Пошли. О! Олень. Откуда завалился. Ну, пойдем, пойдем. О, красота. Еще даже до ночи успели уложиться. Да, Вилли? Че, впереди не бежишь? А? Типа я очень быстро бегаю? Быстрый отук такой. Как думаешь, может нам уже и дракона пора валить? Не, нихера нам не пора дракона валить. Это так кажется. За счет того, что мы тут втроем всех нахер ухерачили. О, вон там чувак какой-то. Это не прокаженный там какой-нибудь идет? Эй, не, это, наверное, гордый крестьянин. Гонец. У меня важный груз. Нет времени болтать. А, ты просто гонец. Помогите кто-нибудь. Че ты орешь? Хорошо поешь, Вилли. Если волк на нас... Ну и все, погнались, ребята, за волком. Тебе не спастись от меня! Хорошая команда еще какая. Мы тут вообще всех нафиг валим. С одного пука. Вот там что-то светится. Может, там что-нибудь интересное лежит. Do you know any cure for vampirism? Способы лечения вампиризма? Знаю. Вступить в соратники. Ты будешь этим. You must admit that I'm not bad.
станешь этим оборотнем, и все, и никакого вампиризма тебе не страшен. Guess what? I found one of those ingredients. О, ты еще нашла ингредиентик. Молодец, молодец. О, смотри, мы уже почти приперлись. С утречка отпущу тебя по магазинам. Так. Как высоко вздымаются горы. Покупать нам ничего не надо. Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Эйла, привет. Возможно, когда-нибудь мы еще поохотимся вместе. Конечно, Эйла, скорее, чем ты думаешь. Все уже совсем близко. Here in Whiterun, it's easy to forget about the harsh living conditions in the northern parts of Skyrim. Да! Тут в Вайтране так хорошо, что забываешь, как херово в реальном мире, да. Вайтран. А, пошли, чуть осталось. Сейчас отдадим мужикам обломки эти. Пусть все радуются, не нарадуются. А вообще, чё я баллон качу на соратников? Приветствую. Они ж соратники, а не защитники. Послушай, Брейд, почему бы тебе не обсудить это с мамой? Вот и мы ждали твоего возвращения. Да, да ну. Чё меня ждали-то? Пойдем со мной. Ну, пойдем, раз пойдем. А, да. Зайдем завтра в магазин, здесь спросим. Вдруг тут есть эта твоя Флора Тамриэля. Книжка с картинками. Ну, давай. Да, комплименты я люблю. Ну, привет. Братья и сестры по кругу. Сегодня мы приветствуем новую душу в нашем братстве. Этот муж был селфи. Испытан, бросил вызов и показал свою доблесть. Кто поднимет свой голос за него? Я свидетельствую храбрость этой души. Вашу фотку. Поднимешь ли ты свой щит в его защиту? Я прикрою ему спину, и целому миру не победить нас. Обнажишь ли ты меч в его честь? Он готов вкусить кровь его врагов. А поднимешь ли ты кубок в его честь? Я запою победный гимн, когда в праздничном зале будут говорить о его славе. Тогда круг решил. В его сердце пылают ярость и отвага, объединявшие соратников с незапамятных времен. Пусть наши сердца забьются в унисон. И горное эхо многократно усилит биение. И устрашатся наши... Ой, заканчивай. Заканчивай, кодлок. Что ж, мальчик, теперь ты один из нас. Надеюсь, ты не подведешь. Да. Давай мы спросим про вервольфа. Это точно, что вы все вервольфы? Я вижу, что некоторые тайны открылись тебе до назначенного времени. Неважно. Да, это так. Но не все соратники таковы. Кровь зверя течет только в жилах членов круга. Некоторым это нравится больше, чем другим. Боишься, что один из них займет твое место? Ну, а ты-то сам видишь, к этому относишься. Я старею. Мой разум... А, понимаю. Я тревожусь о том, что после смерти Шор не призовет... Да, есть повод для беспокойства. Души тех, кто жил в образе зверей... Ближе повелителю Даэдра Херсину. Многие предпочтут вечность в его охотничьей. А ты хочешь бухать с Элгарде, я понял. Ты хочешь излечиться, да, что ли? Но это непросто. Но тебе не следует вникать в тревоги старого воина. Сегодня мы славим твою храбрость. И поговори с Йорлундом, если тебе нужно оружие получше, чем что там у тебя. Ну пойдем глянем к Йорлунду.
Если он еще не свалил. Конечно, он свалил. Нам тоже надо идти спать, Вилья. Эх. Только сон приблизит нас к увольнению в запас. Вилья. О, надо тебе передать кое-что. Ну-ка. You know what I would find so завтра пойдешь в магазин, и надо тебе кое-что продать. Да. Вот, держи кое-какие вещи на продажу. Ну вот, все продали, пошли спать. Shall we continue? Да. Вервасквит, сейчас переночуем. С утра по магазинам. О, oh, sorry. О, давай-ка мы сейчас кому-нибудь. Ты так. Новенький, да? Стой, это правда? Так, Скьор нас куда-то пошлет. Ты какое оружие предпочитаешь, предвестник? В молодости я любил большие. О, Вилкас, давай. Как и ты. Будут вопросы? Теперь приходи. Уже тяжело. Давай. Мы получили отчаянное послание. В Айтране совершено похищение. Соратников попросили о помощи. И мы должны помочь. Особенно за хорошую плату. Конечно. Поторопись. Я содрогаюсь при мысли о том, что может случиться, если ты опоздаешь. Так, и кого там похитили? Сигурда. How are you doing? Верно. Тогда договорились. Потом. Да как сходим. Денег мало на обучение тут. Все, спать ложимся. Так, считай, 9 до 10 надо. 12-13 часов спим, а то Йорлунд не придет. Выспимся хорошенько. Потом отправим Вилью по магазинам, сам к Йорлунду. О, пойдем. Что вы тут в дверях толпились, как будто очередь в сортир. В до поезде. Твоего появления я была самой младшей из соратников. Думаю, это ничего. Забыли. Селфи на пасашок. Так, хорошо. Ну все, ребята, прощаемся до следующей серии. Там у нас будут новые приключения. Пока ничего необычного. Обычные драки, захваты фортов, бандиты, пауки, драугры, скелеты, там маги всякие, колдуны и все такое. Ну, в общем, пока-пока. Ненадолго с вами прощаемся.